Вот такой у нас получился аппарат Рама Лелли, китайский MTX обод, Flame резина 3.0, 24 дюймов у нас обода. Мотор у нас 3-киловаттный. Тормоза стоит ABB 7, что впереди, что сзади. Стоит off-on ручки отключения. Стоит держатель под видеокамеру установлен. Вилочка рокшоковская у нас, двухкороночка под 20-ю ось. Диск 203 впереди. Вот такой у нас аппарат. Вот такие вот стоят у нас шатунчики. Амортизатор. И вот такой у нас дисплей. Дисплей цветной с управлением, с пультом управлением. Установлены два зеркала, правое и левое. Вот такой аппарат. Батареечки у нас 72 вольта, 30 ампер часов. И подножка, ребят, есть что важно. Давайте включаем третью. Тестируем новый аппарат на раме Лали. Четвертая скорость, всего у нас 5. Ну, поинтересней. Не полный газ, да? Полный газ выкрутил. Сейчас как ракета стартанула. Ну что, да, давайте попробуем. По ровной прям заметно. Я туда на третий, обратно на четвертый. А давай на пятый попробуем. Райдер у нас мощный, ребят, заметьте. О, как он хорошо пошел. Так, вот такое у нас расположение. Вот тут у нас контроллер стоит. Он закреплен на двух болтах. Вот тут и вот тут, чтоб ты знал. Вот. Вот эта штука у нас упирается вот в эту плоскость. Вот. Она, вот она дополнительно закреплена по торционному. Вот тут стоит уголок, ну знаешь, да? Да, чтобы не было. И на трех этих штучках закреплено. Так, подтягивать, вы говорили по поводу подтягивающих. Ну ты проедешь, да, и подщелкаешь их. Сам, да? Да. Вот, а так у тебя еще место тут порядочное, можешь что-нибудь еще загрузить сюда. Значит, тут у нас тумблер, вкл-выкл. Вот это DC-шка 12 вольт. У тебя на борту 12 вольтовый. То есть ты, в принципе, можешь запилить фары 12 вольтовые. А у меня отдельно будет отдельная батарейка. Ну смотри, вообще хорошо, когда это все. Да? Конечно, от этого. Потому что батарейка в любой момент может сесть. В общем, нестандартная немножко у нас конфигурация. Потому что контроллер у нас находится внутри рамы. Вот это, в общем, довольно плохо для, скажем, обмена воздухом. То есть он будет греть середину. Но у нас середина довольно большая. Рекордов на этом велосипеде ставиться не будет. И я думаю, что на плоскоче будет эта конфигурация работать. Тут она чем хороша, она более компактная, не будет выпирать вот с этой стороны провода идти. То есть все будет как бы внутри этой рамы спрятано. Значит, у нас будет вот тут, в этом месте, воздухозабор, уфон. Вот, то есть включаться, выключаться. И тут у нас еще в этой раме, в Лелльской, есть возможность захода воздуха. Вот. Ну, а также тут есть
масса всяких отверстий для выхода этого воздуха. Я думаю, что охлаждаться эта рама, контроллер и батарея будут. В какой достаточной степени, это мы увидим. Вот, на контроллере у нас есть термодатчик. Вот, в моторе у нас тоже есть термодатчик. Все подключено к этому мониторчику.